Дорогие друзья, меня часто спрашивают, где я, а где я должен быть. Это мой город, я здесь родился, я вырос, я служил в армии, я заработал первые деньги, здесь похоронены мои родители. Я здесь и никуда не собираюсь уезжать. Даже если поменяется ситуация, хотят убить, пускай убивают, я буду похоронен рядом со своими родителями. Это наш город, он нашим и останется навсегда. Знайте это, верьте этому. Эти бомбежки, эти нечеловеческие вещи, которые сегодня делает наш враг. Даже невозможно назвать словом «враг», так неестественно это звучит. Но стрелять по общежитиям, стрелять по университетам, стрелять по паркам, стрелять по детским корпусам, я даже не знаю, как это назвать. Вы знаете, некоторые люди так и не сделали эволюцию в голове. Первобытный человек брал палку, бил по голове. Сегодня есть масса компьютеров, масса каких-то приборов. Они также бьют по голове. Они также воюют за какие-то вымышленные территории. Надуманные проблемы ставят. А за этим стоит обыкновенная алчность политическая. Доказать за счет людей, за счет жизни людей, за счет ваших жизней, доказать свою правоту. Это скотство, самое настоящее. Мы разберемся. Гага разберется. Время покажет. Люди разберутся. Но сегодня они умирают. Сегодня мы поехали в парк кормить животных. Двое было убито. Мы не можем подойти к клеткам. Мы не можем подойти к котлам. Мы не можем накормить и обогреть животных. Но что же эти проблемы с животными, когда люди десятками умирают? Полный ужас в пятихатках, полный ужас в Северной Салтовке. Я не знаю. Но знаю одно. Все силы, все деньги, все заработанное, все возможное я отдам этому городу. Я еле-еле отправил на 10-й день свою жену с маленькими детьми. Они до сих пор где-то в дороге. А я никуда не поеду. Мои близкие друзья никуда не поедут. Надо, мы ляжем здесь, в этом городе. Но мы никуда отсюда не уйдем. Это наша земля.